Вот покажу пеньки. По пенькам тоже будет хорошо заметно. Вот это я все срубил. И вот получается, вместо этой ольхи у меня будет расти куст черемухи вот этой. Она очень-очень большая. И разрастется еще больше, потому что сейчас ей ничего не мешает расти. И вот сегодня казус произошел. Валил дерево, хотел его туда повалить. А оно все-таки упало в реку. Я вот отпилил у нее основание. А само дерево надо будет еще доставать. Неудобно, конечно, получилось. Ну и вот еще немного напластал. Эти деревья нужно было срубить сегодня. Потому что сегодня у меня последний день. Потом я переключусь на огород. Я и сейчас уже не должен был заниматься этими деревьями. Нужно огородом заниматься. Но дело в том, что мне край до конца мая, начала июня нужно сделать забор. Поэтому я занимаюсь сейчас подготовкой к строительству забора. И если я сейчас не уроню эти деревья, то потом я буду рубить, и они могут упасть на забор и повредить его. Вот как сегодня непланово дерево упало в реку, хотя я целился-то на участок. Вот получается. И вот тоже по пенькам можно посмотреть объем. И все, как бы мне не хотелось, на сегодня я заканчиваю эту работу. А вот эти все деревья, оставшиеся, ольху, я вырублю уже по мере сил, возможностей. А здесь вот береза еще растет. Вдоль реки родными останутся только черемуха, береза и вот несколько елочек, которые у меня выросли. Все остальное, всю эту ольху я буду заменять. Ну вот что это за деревья? Вот посмотрите. Какой-то парше, какие-то все больные, некрасивые, кривые. Никакой эстетики, ничего. Все это будет вырубаться. Я уже начал заменять. Вот, допустим, березки. Это я в прошлом году их сюда переместил. Я показывал видео, как я это делал. Потихонечку они у меня здесь вырастут. И вот так вот вдоль берега реки, вдоль того участка, который проходит мимо моего участка, я все засажу какими-то хорошими деревьями, кустарниками. Облепиху посажу, рябину черноплодную, красноплодную, какие-то другие растения красивые. Посажу еще немного берез, посажу еще немного елочек, чтобы у меня здесь речка была красивой и живописной. У нас сейчас ночь. Я надел фонарик налобный и пришел на огород, чтобы продемонстрировать вам, как поет медведка. Слышите вот этот звук? Это поет медведка. Сегодня 15 мая, и объем работы у меня такой. Мне нужно вот это поле вот так вот распахать и посеять сюда картошку. Прежде чем его раскопать, это поле, нетронутую целину, на которой еще год назад росли деревья, мне нужно скосить всю траву, что я буду сейчас делать. Я сейчас обкосил этот участок, где у меня картошка будет расти. И уже, наверное, более наглядно видно. Там, где скошено, вот этот прямоугольник, мне нужно распахать в этом году и засеять картофелем. На тех грядках, которые у меня были раньше, у меня будут другие культуры в этом году.
Я только что разметил свою грядку, видны контуры, я по контурам пустил нитку, и ничего не мешает мне начать перекопку этого будущего картофельного поля. Перекапывать очень трудно, потому что здесь повсюду корни деревьев. Вот я сейчас взял для примера пласт земли. Видите, он болтается. Потому что здесь, сейчас покажу. Вот. Вот получается. В нем вот так вот. Вот в этом маленьком вот два таких больших корня. Я только что вернулся из Шатуры, ездил в город, возил свою бензокосу на диагностику и на мелкий текущий ремонт. Она у меня сильно вибрировала при работе. Вот эту вибрацию вроде бы исправили, и теперь ей можно работать. Ну а второе дело, которое я там сделал сегодня, это забрал саженцы, которые пришли мне по почте. Смотрите, что написано на коробке. Осторожно, внутри живые растения, не бейте их домик и не будите. Думаю, что так и было. Никто не бил их домик, не будил. Честно говоря, я даже сам не знаю, в каком они сейчас состоянии там. И вот впервые при вас будем смотреть. Единственное, что я там открыл и просто посмотрел, что саженцы живые. Но не вытаскивал, потому что подумал, как я потом буду их туда обратно затаскивать. Я распаковал свою посылку, теперь будем смотреть, что там. Сначала начнем с больших. Первая у нас вишня черная, шоколадница. Так, это вот она у нас. Вроде бы в нормальном состоянии. Ну, листья желтые, потому что они дней 5, наверное, шли в коробке. Сейчас, думаю, позеленеет. И вот яблоня. Это поздний срок, зимний, яблоня желтая, северный синап. Вот такая вот. Тоже почки есть, листочки есть вроде бы. Вот так они запакованы. И пришла какая-то странная сирень. Не знаю, тут будет видно, не будет. Вот это сирень «Красная Москва». А листочки даже вот не похожи на сирень-то. А вторая сирень, плохо видно. Монро, это белая. Большие белые крупные цветы.
А это красная Москва, соответственно, красные крупные цветы тоже. Вот что мне пришло. Две сирени, яблоня и вишня. А вчера я ездил в Шатуру по делам и купил вот такое огромное дерево. Оно выше меня ростом. Оно где-то 2 метра 30 сантиметров, а может 2,5 метра даже. Этому дереву 4 года. Сейчас покажу, как оно называется. Черешня мичуринская поздняя. Специально купил уже такую большенькую. У нее даже уже, если присмотреться, есть ягоды. Первый урожай будем собирать в этом году. Но через год-два она просто будет обильно уже приносить урожай. Пока вот эти мои малявки подрастут, черешня уже будет давать свои плоды. Итого у меня сейчас 5 саженцев, и вот мне надо их срочно как-то рассадить. Вырубил 5 кольев для саженцев. Какие-то колья будут исполнять функцию поддерживания саженцев, а какие-то просто сигнальную функцию, чтобы я их не затоптал. Вот такие у меня длинные и мощные колья. Такие же, как вот тот, сейчас покажу. Уже опробованный. Этот кол у меня был почти 2 метра высотой. Я его вбил в землю. И он у меня поддерживает сирень. Зрителям на канале Boosty я уже показывал и рассказывал всю судьбу этой сирени. Здесь я не думаю, что нужно вдаваться в такие подробности. Просто скажу, что эта сирень на штамбе. То есть она вырастет большая деревом. Будет ствол, со ствола будет крона идти, и как обычное дерево, с кроны разветвленное, будет расти эта сирень. Индийский сорт какой-то, какой уже не помню. Так вот, чтобы ее поддерживать, я ее еще и выравниваю, она у меня кривоватая, я использовал вот этот вот очень мощный столб. Эту сирень я высаживаю вместо тех деревьев, которые я здесь вырубаю. Я здесь расчищаю место, вырубаю сорную ольху, и вот уже начал высаживать нормальные, красивые, культурные деревья. Хочу поделиться еще одной радостной новостью. Я купил емкость для воды. Это довольно большая емкость, 500 литров, это практически полтонны. Это емкость, о которой я давно мечтал. Потому что все те годы, что я живу в деревне и держу огород, я свой огород поливал всегда ведрами и лейкой. Что в доме на реке, я ходил на речку с ведрами, с лейкой и вручную поливал. Что здесь я набирал в кране, выносил сюда. С помощью этой емкости мне будет гораздо проще. У меня есть шланг длинный, 50-метровый. Этот шланг я буду подключать к крану, из крана набирать сюда. Для того, чтобы саженцы прижились, знатоки советуют добавлять в лунки компост. Компоста у меня нет, навоза перегнившего тоже нету, хорошо перегнившего. Поэтому я решил добавить землю с огорода. Но не просто землю, а землю именно с этой грядки, которую я прошлой осенью очень хорошо удобрял. Я сюда с компостной кучей носил солому старую с гусиным навозом. Все это дважды перекапывал. И здесь должна быть очень плодородная земля. Поэтому сейчас для своих саженцев я наберу землю именно отсюда.
Ладно, кыш, кыш. Кыш. Соня. Посадил я свою черешню с горем пополам, правда. Сначала выкопал одну ямку, она мне не понравилась. Я закопал, выкопал другую и кое-как все-таки посадил. Ну, дело в том, что здесь первое дерево, к нему будет вся привязка в остальном. И самое важное это разметить хорошо, чтобы потом уже от этой точки, от этого дерева дальше шел весь сад. Вот я уже разметил, где у меня что будет. Вот здесь колышек стоит, пока пустое место будет. Здесь будет другая черешня, потому что это у меня не самоопыляемая. Ей для опыления нужна другая. Вот это мичуринская поздняя, а мне теперь нужна просто мичуринская, обычная. Я ее посажу сюда. А вот сюда, к этому колышку, я сегодня посажу вишню. И вот там, возле забора, у меня будет яблоня еще сегодня посажена. Пока вот так. Сейчас пойду поставлю камеру заряжать. Камера села. И пока она будет заряжаться, скошу здесь лишнюю траву. Пока камера заряжалась, немного скосил полосу вот эту только. Больше пока времени нету, не стал. И даже выкопал ямку. Сейчас будем высаживать яблони. Вот в этой ямке у нас будет яблоня северная. Хочу показать. Вот смотрите, когда почтой отправляют, корни у них вот так запакованы. И если сейчас снять эту пленку, то там будет, ну, типа глины, что ли, с опилками. И они облепляют корни, чтобы корни не сохли. Сейчас покажу. Вот, показываю как. Вот тут что-то. Опилки, какая-то глина, как вот они говорят. Но это еще более-менее так нормально. А та вообще такая у меня слипшаяся вся была прям комом монолит глины. Я вот что делал? Я нес в реку, клал в речку, чтобы они немножко там и размокали. И корни освобождались от этого. Подходим к речке. Вот один саженец я сейчас положу, вот так вот, и пусть его корни намокают. А вот смотрите, вот яблоня тут у меня, вот у нее корни уже отмокли. Все, пойдем ее высаживать. Она еще мало того, что отмокла от этой замазки транспортировочной, она еще и воды попила. Кыш.
Соня. Кыш. Вишня моя полежала, корни у нее должны отойти, водой напитаться. Так, посмотрим. Ну вот. Все, вот это вся слетела с нее. Вот остались корешки только. Вот, все, идем высаживать. Ровно неделя понадобилась мне, чтобы скопать это картофельное поле. Скапывал я время от времени, писал статью, допустим, шел на поле, копал, уставал, опять шел писать статью, снова возвращался на поле и вот так вот чередовал. Тем не менее, неделя у меня ушла на вспашку этой целины вручную лопатой. Но до этого я 2 года потратил на то, чтобы это поле раскорчевать. Не только этот лоскуток, но вообще весь свой участок. И это поле в том числе. Посадил я все 3 саженца больших. Саму последнюю вишню я высаживал уже вчера практически потемну. Поставил защиту на каждый из них. От гусят и от дурного сглаза, как говорится. Очень хочется посадить еще что-то, но уже... финансы исчерпаны. Я завишу от донатов. Чем больше донатов, тем лучше контент. Естественно. Поэтому, если кто-то хочет продолжение эпопеи с саженцами, и чтобы вот этот сад был полностью ими засажен, можете скинуть на карточку, указанную внизу, подписать на саженцы. Я обещаю, что потрачу их именно на саженцы. Куплю и снова покажу, как высаживаю их, и потом вместе будем наблюдать, как они будут расти, развиваться с годами. Ну, а я сейчас перехожу к другой работе. Я, кстати, так и не посадил вчера сирень, но сейчас я буду садить картофель, высаживать, а потом уже дойдем и до сирени.